В рамках празднования Дня космонавтики детская модельная библиотека аула Кашхабли провела познавательное путешествие «Звездам навстречу». Провела мероприятие Марет Ямыкова, заведующая детской модельной библиотекой. Тематическую программу провели с целью популяризации знаний о космосе, а также воспитания чувства патриотизма за свою страну, первой преодолевшей силу земного притяжения. Главной особенностью мероприятия явилась атмосфера игры и веселья, а его участники получили заряд положительных эмоций. Началось оно с путешествия по тематической книжной выставке инсталляции «Человек и Вселенная». Новые красочные издания о космосе, полученные по нацпроекту «Культура», вызвали большой интерес у ребят. Ребята услышали рассказ о космосе и достижениях человечества и освоении космического пространства. Познакомились с историей развития космонавтики, с биографией Юрия Гагарина. В ходе мероприятия дети с удовольствием отгадывали космические загадки, отвечали на вопросы интерактивной викторины «Что ты знаешь о космосе?». С человеком на борту отправился в космос. И, совершив полет вокруг земного шара, благополучно вернулся на Землю. А Юрий Алексеевич Гагарин был на борту этого спутника, спутника «Восток». А до него, ребята, в 1960 году пытались и осуществили этот полет. Кто? Животные хвостатые, собачки, лайки, белка и стрелка. Да? И в завершении встречи ребятам показали кадры из фильма «Гагарин» и видеоматериал «От Земли до Марса». Без сомнения, сегодняшнее мероприятие получилось интересным, давшим уникальную возможность получить новые знания о космосе, вспомнить события, ставшие золотыми страницами истории человечества. Самый первый в космосе летел с огромной скоростью. Отважный русский парень, наш космонавт Гагарин. Планета голубая, любимая, родная, она твоя, она моя, а называется Земля. Телескопом сотни лет изучают жизнь планет. Нам расскажет обо всем умный дядя. Астроном. Посчитать совсем непросто. Ночью в темном небе звезды. Знает все наперечет. Звезды в небе. Звездочет.